Время собирать персики. В Сулейманстайском районе в самом разгаре сбор персиков. С каждого гектара от 200 до 300 центнеров. Это два высокоурожайных сорта – Альберта и Золотой Юбилей. Садоводы ранее собрали черешню, сливу и алычу. Ну а сбор персика продолжится до конца августа. Садов в районе 3400 гектаров. 40% из них – это косточковые культуры. Развитое интенсивное садоводство, закладка которых продолжается. Персик, значит, ранние сорта собрали. Сейчас собирают средний сорт, Золотой Юбилей. Это высокоурожайный сорт. Основная масса – это мелкие гектарники. Около 1000 гектарников у нас в районе. У нас практически производство сельскохозяйственной продукции превратился в семейный бизнес. Многие есть семьями, работают на своих земельных участках.